На сегодня в Северском районе сложилась очень непростая ситуация. Она сложная, но контролируемая. По состоянию на 15.00 в 4 населенных пунктах Северского района остаются подтопленными 94 придомовых территорий. В 13 домовладений, к сожалению, вода зашла. Всего в этих домовладениях проживает 225 человек, в том числе 51 ребенок. В настоящее время в пунктах временного размещения размещено 11 человек, в том числе 6 детей. Для откачки воды у нас привлечено 5 мотопомп, 2 передвижных насосных станции и 2 автомобиля рукавных, в том числе от МЧС России 2 единицы специальной техники. По территории станицы Северская прокопано 970 метров отводных каналов. Всего для ликвидации последствий подтопления привлечена группировка сил и средств 73 человека и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 17 единиц техники.